Шейте. Поздно. Поздно. Безнадежно поздно. Скажи, там кто-нибудь зайдет ко мне из его родственников? Да нет у него никого. Ни души. Да. Захочешь, позвони. Алло, Клавдия Ивановна, дату де, дена начинает рыдать, понимаете, в этом дело. Рыдает и кричит, говорит, позвони Клавдия Ивановна, пускай бы она приехала, понимаете, в этом дело. Да, да, обязательно. Пожалуйста, побыстрее приезжайте, а что я боюсь. Да ты адрес говори. Приморская, 23. Дом там на Артыбе. 23? На Артыбе дом. Ах ты! Ты сильнец! Шуточки, да? Мама! Я тебе знаю, что сейчас делаю! Все. Ты что? Все, мам. А вот избиение детей даже своих хранится по закону. Мама! Откормила на свою голову! Да ведь тебя сюда не вытащишь, мама! А я поверила, дура старая! Мамочка, пойдем домой, все. Мир, дружба, жвачка. Все, порядок. Простите, пожалуйста. Пойдем. Все. Счастливо оставаться. До свидания. Да, счастливо дежурить. Такое придумать. А я-то поверила. Дура, старая. Накаркал. Ко мне кто-то идет. Ха, может, это ко мне. Слушай, по-моему, вроде ничего, дамочка. Молчи уж, дамочка. Как ты помру без внуков? Ну что, без невестки ты уж это точно. Ну хватит, тебе уже пробовали. Мог бы еще раз попробовать. Попытка не пытка. Ты сейчас кого уговариваешь, себе или меня? Спокойно, Клава. Ну, слава богу, дома. Не успели умчаться в спасение это всего Анна. Человечества. Гриша, осторожно. Привет. Здравствуйте.
Ой, Лизавета. У меня поезд через час. Да здравствуй, Анна. Значит так, я вышла замуж, он француз, живет в Марселе, у него свой спа-центр. Центр чего? Спа-центр у моря. Так вот, завтра мы с ним улетаем, ребенка взять с собой не могу, потому что мне нужно самой вначале осмотреться, освоиться, понять, что к чему, а потом заберу ребенка. То есть Лизавета остается у нас? Ну, 2 месяца. Я думаю, по сравнению с 10 годами, не так уж и много. Это было твое решение. И, между прочим, правильное решение. Иначе ребенок превратился в такое толстое и никчемное существо. Так я не разрешаю, Анна. А я и не спрашиваю. 2 месяца за 10 лет не так уж и много. Тем более для родного отца. А потом я вернусь и заберу Елизавету в Марсель. Все. Ну и хорошо. Не надо было так горячиться. Запомни, лисенок, не все и не всегда зависит от наших желаний в этой жизни. Но помни, после того, как я вернусь, нас ждет с тобой Франция. И умоляю, никакой жареной картошки, пирожных, пирожков и всякой другой ерунды. Чем кормить-то? Где я буду жить? Жить? Жить ты будешь в доме. Пойдем. Ну вот, Лиз, заходи. А комп где? Кто? Компьютер. А, компьютер у нас нету. У нас телевизор есть. Фортепиано вот. Радио у нас есть. Отстой. Ну, знаешь что, давай ванну. Мой руки и пойдем завтракать. Не буду. Не хочешь? А что будешь, телевизор смотреть? Нет, я не буду. А, ты хочешь отдохнуть после поезда, да? Да. А, ну ложись, отдыхай. Спи, спи. Солнце. Подрастет. Так, чтобы, знаешь, лет 15-16 было. И захочет увидеть отца. Обычно так бывает? В учебниках по психологии вычитал. Сама, понимаешь, захочет увидеть. Без мамы, без чьей-либо подсказки. Сама. Ну и что? Практически взрослому человеку я мог бы все объяснить, понимаешь? Ну, я не знаю, найти общий язык. Ну, подружиться. Нет. Ну, что нет? Ну, нет. Ну, нельзя же было разорвать девчонку напополам. Знаешь, дорогой доктор, есть такое понятие, не медицинское, как родная кровь. Мы посмотрим. Гриш, мы посмотрим. Ладно, пора идти. А вот как на берег списали, так все и началось. 2 года ныло, я думал, что гастрит. А на море? А, на море. На море нет хвори, на море болеть нельзя. На нас, старпомах, все судовое хозяйство держится. А вот как на берег сошел, так и...
Так слушай, ты бы себе старушку нашел. О. Ты так вроде еще ничего. Ну и что, и все слезы вытирать? Не, я всегда был сторонником народных жен. Это как? А у меня, считай, в каждом порту была своя народная жена. Что, приходишь, тебя встречают, любят, и никаких проблем. На Кубе даже две было. Ух ты, силен. И что скажешь, так потомство не оставил? Не знаю. Может, где-нибудь и есть. Матвей Александрович, может, нарушим больничный режим? Очень хочется. Аж уши пухнут. Ладно, давай. Только по одной. Ой, доктор, святой человек. Док, а может, обойдется? Правду сказать? Сколько еще? Может, месяц. Может, два. А может... И завтра. Может. А ты-то что все с мамкой? Ведь глаза некому будет закрыть. Почему? У меня дочь есть. Вот насчет глаз. Это да. Ладно, я пойду. Я еще зайду. Вот, а вот твой компьютер. Слушай, а как ты его освоил-то? Когда-то сказоест, еще не то освоишь. Понятно. Ладно, я двери закрывать не буду. Пусть протянет. Ага. Давай. Спасибо, док. Угу. Ты, Матвей, когда собираешься Лаврову выписывать? Неделя уже прошла после операции. Не дай бог он у нас. Вы как будто меня не слышите. Я же сказал, что Лавров будет умирать здесь. Какое ты крымоупертое создание. Ясное дело, тебе на статистику начхать. Но место он будет занимать. Не понимаешь? Я сказал, Тимофей Ильич будет умирать здесь. Но почему? Почему именно он? Да хотя бы потому, что он одинокий. Какой именно? Хороший. Алиса. Извините. Ну что, видела красотку? Как она тебе Сколько лететь? Класс. Ужас. Ни микроволновки, ни тостера. Ладно, не буду. Но если долго не выдержу, мам, может, заберешь меня поскорее, а? Окей. Ты обещала. Привет, Полю. Чувствую себя как дома. Надеюсь, мы подружимся. Да. Thank you.
Маме помажь. Или лопух приложи. Вон под забором растет. Или папаша доктор пусть йодом намажет. Обойдусь как-нибудь без твоих советов. Лиза, это бабушка. Ну что, проснулась? Поела? Не хочешь, да? А что делать собираешься? Ага, понятно. Что это за тряпка? На этой тряпке лягушки скоро заведутся. Выбросить ее. Новую принеси. Так нету. Ну, старое полотенце из дома принеси. Старого нет. Это родильное отделение, милая моя. Я завтра сама принесу. Эту выкинуть. Домой звонила? Да. Ну и что? Ну что, ничего не хочу, ничего не буду, ничего не надо. О, космонавт! Как самочувствие? Добрый день. Ничего, добрый день. Скоро полетаем. Да, кстати, знаешь, кого увидел? Кого? Алиску Василевскую. Да ты что? Я тебе говорю. А что она здесь делает? Не сезон? Съемки? Не знаю. Меня, представляешь, не узнала. Подумала, что я очередной поклонник. Ну, я думаю, ты после института два раза в объеме. Представляешь, ну зато она ни жиреньки, ни морщинки. Ну, что такая? Положена звезда. Да ладно. Что, в самом деле звезда? Да горе ты мое, ее каждый день по телевизору показывают. А я вижу, что это твой телевизор-то. Ой, я об этом и говорю. О-о-о. Матвей Александрович, да. Там мальчика привезли с переломом лучевой кости. Давай. Да. Уже в операционную. Иду. Увидимся. Чистим. Там вон. Спасибо. Сейчас все будет хорошо. Сейчас все. Сейчас мы почистим. Лишнюю грязь уберем. Сейчас все будет хорошо. Виноград. Какой виноград? Сколько на него всякой дряни были, чтобы его сюда и заспали. Ну, я же приятный, вот мама. Я помню. Мам. А? Алиса. О, точно Алиска. Слушай, о, вообще не изменилась. Как была в выпускном вечере. 13 лет прошло. Вы с ней какой-то... Какую же вы с ней песню тогда в выпускном-то пели? Я уж и не помню. О, между вами чувствовалось тогда несостоявшийся роман. Так, да, перестань. Да, что перестань? Ну, у Аньки уже пузо на нос лезет. Ты у меня порядочный. О, иди. Подержи. Только ты не думай. Пойду. Хорошо.
Доктор, это что такое? Это что вы с тобой учудили? Что? Где тот тонкий мальчик с ресницами до бровей, с кудрями до плеч? Вспомнила. Между прочим, самая совершенная форма – это форма шара. Ну, расскажи, как ты, как мама? Ну, а что я? Я нормально. Ну, а мама, как всегда, генерал в юбке. Я помню, как она привозила пирожки в институт тонну, и мы неделю потом ели. Ой, а как она нас, девчонок, женскому уму-разуму учила. Ой, представляю. Вот они, ее пирожки. Кстати, с тех пор перестал их печь. Бережет мою фигуру. Да тут есть что беречь. О, прошу. Спасибо. Вот. Извини. Алло. Да. Да, иду. Так всегда. Срочный вызов. К больному? Домой. А что-то с Клавдией Ефимовной? С дочкой. А, у вас с Аней дочка? Mm. Да, точно. Но она же была животиком на последнем курсе. Ну, телефончик спрашивать не буду. А то еще подумаете, чего. А мы вот. Надумаете, позвоните. Хорошо. Ну, домашний привет. Беги, да, беги. Я позвоню. Ну, клопки не бегают, они катятся. Хай! Ну, держись. Я тебе запрещаю, Лиза. Дура! Лиза! Мужики, вы не видели девочку с зелеными волосами? Нет. Лиза! Лиза! Ну, давай, задавай. Лиза! Ну? Там мертвяк, топор из головы. Там мертвяк. Ну, показывай, где? Топор показывай. Из головы, мертвяк. Там ох, он, там. Ох ты. Ну-ка, нам быстро звони. Что? Позвони милицию, скорую. А что сказать-то? Гранди парк. Мужчина на вид лет 45 с тяжелым ранением головы. А он живой? Ну, во-первых, пьяных ангелы хранят. А во-вторых, ему осталось минут 15. Что? Звони, пожалуйста. Много вопросов. Звони, говорю. Алло, скорая. Мужчина 45 лет в Центральном парке. Тяжелое ранение головы. Да, здесь доктор Крымов. Его дочь. И побыстрее, пожалуйста. Ба! Ha 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 ha
Да. Матвей Александрович, там раненый очнулся. Буянит. А. Буянит. Ничего, сейчас я его чем возьму. Че буянишь-то? А? Очнулся? Ладно. Расскажи, как ты мне, кто тебе вчера в твою башку топор всадил? Какой топор? Да вот этот вот. Этот, да? Ага. Не помню я, честное слово, доктор. Ничего не помню. Чем, может, с кумом не поделили? Вероятно, миллион. Какой миллион? Ладно. Ладно. Сейчас скажу, полегчает. А я тоже всегда была сторонницей радикальных методов лечения. Тю! Пошли! И никакой перхоти. Вот поэтому из тебя дерматолог-то и не получился. А ты знаешь, зато артистка неплохая вышла. Только у вас топоры-то бутафорские. Зато чувства настоящие. Это да, не отнять. Это вы про что, доктор? О кукле, которую вы так безжалостно закрыли в сумочке. Интересно, чем это она провинилась? А вот это запрещенный прием. Да ладно, запрещенный прием. Просто я не думал, что она до сих пор жива. Ой, с разрешеницем вас. Ой, спасибо вам, доктор. Вот муж удивится, когда с работы придет. То есть как? Так я и сама ни сном, ни духом, что у меня дитё. А под слоем жира и не видно было. Ну, сейчас себя как чувствуете? Да слава богу, спасибо вам, доктор. Да, что мне спасибо? Ой, за все, спасибо. Да, мне просто. Мне что? Вот счастье-то. Ну что, что, тянет больничку, да? Тянет. Здрасте, Клавдия. Здравствуйте, Алиса, здравствуйте. Что, иду? Нет, ну Сима-то это, Сима. Слушай, 50 лет, да? Ну что она там с мужем? Ну, раз в год там спала, да? И как-то раз почувствовала себе уплотнение. Уплотнение в животе. Ну, сильное довольно и большое. Решила, что рак. И решила, чтобы никого не волновать, там ни мужа, ни детей, ни внуков. Решила не лечиться, а как бы помирать сама себе тихонечко. Вот. И сегодня утром почувствовала себя плохо, пришла сюда помирать. А пацан вот такой пацан. Слушайте, ну надо же, у нее же внук есть. Да внуки, у нее внук. Третий класс пошел, внук. Слушай, а как у тебя-то с личной жизнью? Да никак. Как никак? Не живешь с мужем-то? А, нет, ну, все? В смысле, живу. А, что, со здоровьем что-нибудь? Нет, со здоровьем нормально, детишек нет, просто жизнь такая, съемки, кино, театр, гастроли, в общем, как-то... Да, ой, меня сейчас ваши больные растерзают, пойду дышать свежим морским воздухом. Ладно, ну давай, Алис, ну увидимся еще. Увидимся, рада видеть тебя. Спасибо. Бегу. Да я вам отвечаю, пацаны. У тебя сетка лежит. Перегрузись. Зачем? Это ж дрова. Нет, так не пойдет. Как откроется инет, так и деньги капать начнут. Деньги капают с той минуты, когда ты сел за эту машину. Машина? Ты это машинами называешь? Нормальные компы, все довольны. Ну да, для вашей провинции это вообще космические технологии. Слушай, ты не хами, не нравится, вали отсюда. Да кто ты такой, чтобы мне указывать? Это сын хозяина, так что ты не очень. Ну да, какой хозяин, такой и клуб. Я тебя вспомнил, ты вечно ревела в коляске, а твой папаша с твоей ненормальной мамашей орали на всю улицу. Слушай, ты, урод! Пошла отсюда! Руки мыл! Пошла отсюда! Деньги вернее! Подавись, коза драная! Сам подавись, козел! Пошли, пацаны! Эй, подорванная! Смотри, село, стадо баранов! Что?
Ой, какая у вас хорошая машина. Здравствуйте. Что это вы смотрите? Да вот, вспоминаю минувшие дни. А что тебе? Да ничего. Машинка нравится? Угу. Классная. Нужно сетку протянуть. Можно через телефон? Это откуда? Ну, я в больницу зашла, а там дедок сидит, киношку смотрит. То да сё. Ну, он как только узнал, что я твоя дочь, то сразу мне комп и отдал. Значит так. Ты сейчас же отнесёшь компьютер обратно Тимофею Ильичу. Но я же у него ничего не просила, но мне сам дал. Я повторяю. Ты сейчас же отнесёшь компьютер обратно Тимофею Ильичу. Поздно уже, Моть. Может, завтра отнесем? Я повторяю. Ты компьютер отнесешь обратно. Мотя. Какие люди! И без охраны! С компом! Круче нее так и мореные яйца! Отпусти! Пацаны, папу не знаю! Погнали! Отпусти меня! Погнали! Ой! Какие злые вонючие! Мальчишки его кирпичом называют. Еще и комп забрали. Знаешь, мне кажется, этот кирпич тебя кадрит, или как это теперь у вас называется? Вот еще. Ну ладно, ладно. Я его отца знаю. Завтра игрушка будет здесь. Да если ее с утра Мотя не увидит, он меня повесит. Ну это уж ты... Ну ладно, вот что. А ну-ка, подай-ка мне мой кителек. А вам вставать-то можно? Можно, можно. Когда нужно, то можно. Бежать не будем, но как-нибудь дошкандыбаем. Ну, держите тогда. Угу. Идем, идем. Стрекоза. Иди позови ее на ужин. Thank you.
Ну что, Алиса? А что, Алиса? Не знаю. Улыбается. Знаешь, как я с больными улыбаюсь. Так она. Все хорошо, все нормально. Ну да. А чего приехала одна, не в сезон? Не знаю. Так, знаешь, что-то между слов проскакивает. Не так понимаешь, что-то у нее. С куклой общается. Между прочим, с моей. Помнишь, я ей шил? Помню. Видать, с мужем не лады, да? Может. А по больнице видала, как ходит? Да. Радуется чему-то. Это у нее в глазах. Это у нее в крови. У нее вся семья врачи. Она все-таки институт закончила медицинский. Ну да. Ну. А ее режиссер еще ее снял 16 лет. Так они потом и поженились. Любила она его, видать. Любит. Ха. Она и сейчас говорит, что, мол, он самый лучший, талантливый, умный. В общем, лучше нет человека для нее. Ну, чего-то ей, значит, не хватает все-таки. Похоже. А ты-то как? Что? А то я не вижу. Ты, Клав, это кончай. Как скажешь, Гриш. И надавал твоему кирпичу отец лазанул по филейным частям. Мам, дорогая. Так ему и надо. Не за компьютер. Главным образом за тебя. Угу. Как узнал, что ты доктора дочка, чуть не прибил. Я его еле удержал, ей-бу. Вот какой у тебя батя. Угу. Золотой он мужик. Это я тебе говорю. Тимофей Ильич, а у вас на кораблях была сетка? Ну, интернет. Да нет, при мне не было. Ну и что же вы целый день делали? Только в игры, что ли? Чего ты? Дай-ка я лягу. Что, плохо? Что, плохо? Нет, 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 ничего, просто спина затекла. Дай-ка мне. Спасибо тебе. Какие игры? Это игры? Эточка моя, у нас там такие игры были. Ну, какие такие? Ой. Ну, не знаю, ну вот, к примеру, вот, шли мы как-то в Гонолулу. Чё за фигня, кирпич, кому ты лепишь? Сам ты лепишь, чудила ты на букву М. Кончайте вы. Гляньте лучше, кто на плита. Ну, зараза, утоплю. Она бать про комп накапала. Может, пойдем макнем, чтоб нахлебалась на всю жизнь. Пошли. Берем клещи. Я сплит вы с берега. Какая вода холодная. А вы уже купались? Нет, я еще не решилась. Но говорят, что через неделю вода будет теплая. Пошли, пацаны. Проводить до дома? Не. О, это же вы, артистка Алиса Василевская. Так домой? Не, у меня бабушка тут недалеко работает. Я к ней. Не боишься? Не. Ну, смотри. А как вас мама называла? Ну, в детстве. В детстве? Лиской, Лисой.
Меня тоже мама так зовет, Лисой. Почти тёзки. Вообще, Элиза. Ну, раз тёзки, может, ещё погуляем? Yes, yes! Вот так взяла бы и прыгнула. Только никогда этого не сделаю. Боитесь? Да. А чего? Ну, не знаю, если бы кто-нибудь прыгнул. Может быть, я бы тоже. Ну, кураж, знаешь, словила бы. Не вопрос. Вот долбанутая. Вот дура. Такое. Спасибо. Пожалуйста. О, прикольно. Да, это моя подружка ангел-хранитель. Когда мне бывает грустно, она мне помогает сочувствовать. А вам что, тоже бывает плохо? Бывает, как же. Понятно. Ты вообще отважная. Я даже не успела испугаться. А на это было рассчитано. Рассчитано. Скажи спасибо, что я не твоя мама. А чё, прикольненько было бы. У каждой дочки несколько мам, гарем. Пойдем. Думаю, перитонит и не первый день. Да она с ума сошла. Терпела, видите ли. Сейчас я ей терпелку вырежу к чертовой матери. Я вас благодарю. Счастливо вам. Не за что. Спасибо. Папа, а? Тебе помочь? Мне? Да. Да, да, помоги. Иди к Тимофею Ильичу. А в операционную? Ты сейчас ему важней. Хорошо, пап. Привет. Привет. Победа. Какая победа? Ну так кирпича победила. А откуда вы знаете? Так у тебя на лбу все написано. Да где, где, где? Да он у меня еще попляшет. Я с таким человеком познакомилась, с самой артисткой Алисой Василевской. Знаете такую? Конечно. Я вам тут кинушки принесла. Ну так в чем же дело? Давай очки. Держите. Заводи патефон. Есть патефон, как скажете. Садись рядом. Вот. Сейчас покажу. Здравствуйте, Алиса. А Матвей на операции. В приемном так и сказали. В 14:00. А вы, молодой папаша, не перепутали? Вот мою выписывали. Да отстаньте вы! Я что, дурачок или глухой? Ой, всех молодых папаш Матвей на так сажают. О, мамуля! Ой, мамуля! Ну, здравствуй! Привет, братишка! О, на тебя похож! Смотри, выглядит. Спасибо. Торгнулись, Негурочка. Спасибо вам, до свидания. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Здрасте. А вы к Ефиму мне? А, да. Ну так идите к ней, она у себя. Че стоите? Извините, пожалуйста. А это вот так нужно? О, бля, совсем заработалась. Представляете? А где моя тряпка? Симка ненормальная. Все отделение споила. Здравствуй, Алис. Здравствуйте. Всех споила, представляешь, и даже меня. О, так это ж хорошо, это ж нормально. Да чё ж хорошего-то? А если кто рожать надумает?
Ну, талант не пропьешь? Да, Алис? Смеешься? Потому что трезвая. Сейчас будем исправлять ситуацию. А у вас спирт есть? Я бы сейчас... Ух! Обижаешь. Ну что ж, ну неплохое кино. Только я тебе скажу, у нас пещеры пошибче есть. Да? А как туда попасть-то можно? Чего попадать? Иди, да и все. Только там очень опасно. Почему? Почему? Можно войти и не выйти. Знаешь, там даже киношные достройки остались. Ништяк. Да, там одна такая маленькая пещерка. Дверь приделали, и по фильму получился склад боеприпасов. Класс. Тимофей Ильич, миленький, а давай туда сходим, а? Ну, пожалуйста. Доченька моя, да я бы с радостью. Да, пожалуй, уж не дойду. Ну, тогда расскажи, как пройти. Нет, говорю ж тебе, опасно. Опасно, знаешь, заблудишься, потом тебя с собаками не найдешь. А ты схему нарисуй. Ну, я даже родителей возьму, да хоть мотю. Вот липучка. Ну, только с отцом. Угу. Уговор? Уговор. Крест на пузе? Сразу три. Давай мне листок бумаги там, в тумбочке. А Сережа, он живет этим. Для него это единственная реальность в мире. А для тебя? Ну, я всегда ему верила, и мне казалось, что для меня тоже, но... Что? Да чем старше становлюсь, тем мне становится менее интересно. Жизнь такая богатая, разнообразная, а я как в скорлупе. Даже взять у вас в больнице, все настоящее. Кровь, боль. Да это, даже эта пьяная санитарка. Все. Ну что, по последней? За санитарку. За санитарку. О, док, уже с дозой. Так ты сегодня не просил. Терпишь? Твоя девчонка морфием работала. Это кто? А? Стрекоза твоя, Лиза, заходила. А, я уж подумал. Ну, давай, поворачивайся. Ты знаешь, док, в твоей мелкой столько жизни, вот когда она здесь, как будто и у меня ничего. Хорошая она у тебя. Светлая. Ты знаешь, возможно, ты и прав. А у меня с ней как-то не складывается. Ну, ты нетерпеливый, однако. Столько лет не гугу, и вдруг вынь да положь. Да странное дело. Вот с другими детьми все получается. А здесь, казалось бы, родное дитя и... Со своими детьми, док, не просто. Ну, ты поспи. Поспи. Угу.
Знаешь, я уже начинаю привыкать к нашей колючке. Вот и плохо. Почему? Ну, потому что плохо, Клава. Ну, почему? Вот ты привыкнешь, я привыкну. А что после этого? Что? А то, что отдирать придется по-живому, без анестезии. Ну, а что ты предлагаешь-то, Федя? Я предлагаю, Клава, не привыкать. Марсель, пожалуйста. Замуж за француза, пожалуйста. Подобные внуки, лягушатники. Не ори. Я не ору. Здравствуй, Клавдия. Здравствуй, Надежда. Вот, Матвею Александровичу. Он ведь Катерину мою с того света вытащил. Ну, Господи, ну, дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог, мы люди бедные. Нет, вот, бери, бери. Еще тепленькие. Ну, самой-то, небось, некогда. За Катерину? Лиза, ух, ягоза. За Катерину помолись лучше, а пирожки бы внукам отдала. Да не волнуйся ты, я всем напекла. А это внучка моя. Ну и слава Богу. На здоровьице. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо, Клавушка. Спасибо. Ой, вот брошу я эту работу. Сколько можно? Буду сидеть дома и печь себе пирожки. И правильно. А ты молчи. Тебе задницу нужно было надрать за это. А что я такого сделала-то? Пойми ты, врачи, они не за деньги работают. Ну, если они настоящие врачи, даже не за это. Понимаешь? А если бы не взяли пирожки? Представляешь, как бабулька бы обиделась? Она же делала, старалась, а ты такая гордая. Немилосердно это. Отцу отнесешь? И не только ему. Еще Тимофею Ильичу. Но я пошла. Немилосердно. Надо же. Ты же у меня молодец. Просто умница. И, кстати, тебе за это полагается приз. Вот так вот. А? Спасибо. Что еще? Что? Ой, а вы Алиса Василевская? Собственный персоной. А можно автограф? Вот. Ой. На кукле. А автограф? А. На кукле? Давай, чтобы она тебя оберегала всю жизнь. Спасибо. Не за что. Что? Одну минуточку. Здравствуйте. Ну, Марина, я вижу, у нас в порядке все. Откуда вы знаете? Ну, если ты уж губы красишь. Стало быть, дело идет на поправку. Так-то. Но все-таки шов посмотреть надо. Давай-ка. Ой, прошу прощения. Ничего, ничего. А я не поняла, ты что, своих кукол больным раздаешь? Ты что же мне их складировать, что ли, прикажешь? А мне сошьешь? А тебе зачем? У меня только девочка. У меня мальчишки просто плохо получаются. Ну и что? Ты пойми, это кукла для больных, понимаешь? А те, что получаются похуже, достаются дворовой собачке Тузику. Я что-то не поняла. Я что, хуже собаки, что ли? Да нет, но... Нет, ну, пожалуйста. Алис, ну... Ну, успокойся, пожалуйста. Ну, Алис, пожалуйста, успокойся. Ну, успокойся, я тебя прошу. Разумеется, я тебе сошью этого пацана. Я такого пацана тебе сошью, просто закачаешься.
Я же тебе говорила, что артистка Василиска, я тебе не хухры-мухры. Не стыдно тебе? Так я не помню, тебе шить, пацаны, или нет? Шьют, доктор, дело, а ангелов творят. Это у вас ангелов творят, а у меня обход. Ну и обходите. И пожалуйста. Здравствуйте. Я к Тимофею лечу. К нему сегодня нельзя. Ему делали серьезную процедуру. Тогда это тебе, а это Тимофею лечу. Держи, держи. А это Тимофею лечу. Ну, я пошла. Сейчас полегчает. Уже не полегчает. Это я тебе говорю. Тут к тебе Елизавета приходила. Пирожки принесла. Спасибо ей. Док, вам друг без друга никак нельзя. Никак. Да ладно. Уедет в Марселе все. Ну и что? Но зато каждый будет знать, что где-то кто-то его любит. А без этого тяжело. Без этого никак нельзя. Поверь. Опля! Привет. Ой, привет. Держи. Это мне? Да. Ты понимаешь, что это диверсия? А? Да. А кто будет отвечать перед продюсерами? Ты? Да. Давай. Знаешь вот этого толстого? Кирпичом зовут. Почему? Потому что его морда кирпича просит. Ну, гадина, я тебя урою. Пошли, шеф. А ты знаешь, если вот эту твою атаку перевести на человеческий нормальный язык, что получается? Что? А то, что этот толстый кирпич тебе нравится. Да ты что? Да, да, он да. Мне? Он тебе. Так что будь осторожна, а то ты уже почти зашла в клетку. В какую еще клетку? Ну, в клетку, в сети. Прикольненько. Точно, супер идея. Пойду-ка я. Ты куда? Ну как куда? Кирпичу западню устроить. Ты смотри, сама в нее не попадись. Ага, сейчас. Ну-ну. Алло, доктор, у больной Васильевской острый приступ хандры.
Ну, по-медицински говоря, активно развивающаяся депрессия, грозящая перейти в хроническую паранойю. А, вот да, у нашего брата-артиста все не как у людей. Да-да-да-да, вот-вот, не вдоль, а поперек. Космонавты, пещерка Боцмана. Ну, хорошо. Доктор, у вас же будет выходной? Что, чебуреки? Вы хотите смерти артистки Василевской, да? А, рассосется. Ну, тогда под вашу ответственность. Хорошо, пока. Док, самые лучшие чебуреки у Равиля на iPad 3. Так подъемник не работает. Это что, проблем, что ли? Ты же недавно ихнего главного инженера резал? Да нет, ну запустить подъемник, нет, это неудобно. Неудобно. Знаешь что? Спать на потолке, одеяло падает. Еще неудобно разливать водку в 9-бальный шторм. Не то, что в стакан, в ведро не попадешь. Неудобно ему. Мне удобно. Давай-ка телефончик. Алло, Алиса, это я. Не хотите завтра со мной в пещеру пойти? В 9? О, как жалко. Придется пойти самой. Ну и что, что пойду одна? Что там такого? Да скажете еще, привидение. Что с собой взять? Нить ария... чего? А, веревку. Завтра все расскажу. Хорошо, буду осторожна. Окей, пока. Ба, у нас веревка есть? Да, кстати, вот та самая дорога на iPad 3. Слушай, а ведь я здесь никогда не была. А сейчас не работает, да? Не сезон? Ну, не сезон. Это сейчас не работает. А для кого-то может зафунциклировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Начальник. Прям. Тоже скажешь. Ты за 13 лет через мои руки весь город прошел. Мои деклавины. Да, наверное, приятно себя так ощущать. Захотел? Канатная дорога. Да? Да нет. Мне это скорее тяготит, чем радует. А ты? Наверное, можешь любую дверь ногой открыть, да? Не знаю, не пробовала. У меня муж по этой части. Гордая. Да нет. Нет, просто ему нравится, когда все вокруг пузырится, кипит. Он прямо от этого расцветает. Потому что для него работа – это стиль жизни, а я…
там? Коза драная, дверь открой. Ножик есть? Что? Отлично, порежешь веревку на макароны, заправишь солидолом. Приятного аппетита. Да чтоб ты сдохла. Сам сдохни. Yes. Подожди, не надо, я тебя умоляю, ты что? Ты с ума сошла, не надо, Алиса. Я прошу, не надо, я тебя умоляю. Ну, Алиса, пожалуйста, ну не надо, я тебя прошу. У меня дикая боязнь высоты, я тебя прошу, не надо. Я лучше буду тебя держать. Ну все, все. Все, не надо, пожалуйста. Я тебя прошу. Хорошо. Смотри. Вон, видишь, вон ту скалу. Это скала неверных жен. Как это? Ну, по преданию, оттуда сбрасывали в пропасть неверных жен. Ты на что намекаешь? Ты на что это намекаешь, Мотя? Я? Да. Да. Я буду через полчаса. А что случилось? А, нет, ничего. Просто нам сегодня не удастся полакомиться чебуреками. Ну, а все-таки? Да. Есть у меня больной. Тимофей Ильич Лавров. Он взял сегодня и ушел. Не умеешь ты врать, Крымов? А я и не вру. Просто все как всегда. Кто-то приходит в этот мир, кто-то уходит. Все как всегда. Понятно. Ну ладно, я тогда позвоню своей одной подружке и пойду с ней догулять. Подружки. Точно? А если нет, то что? А вот что. Возьму обоих. И прямо со скалы. Вниз головой. А что ты смеешься? Да. А иначе как прикажешь отчитываться перед твоим режиссером? А? Ну, в общем, я его закрыла в пещере и ушла. А он? А что он? Пусть посидит, подумает, какой он козырный. Да ты что, ну там же холодно, там же темно. Да еще и голодно. Полезно по всем статьям. Может, и похудеет. Знаешь, когда я снималась в первом фильме своего режиссера, он мне рассказывал про энергию, которая исходит от каждого человека. Она идет от одного, передается другому, третьему. А если этой энергии нет, значит, нет ничего. Понимаешь, нет ни радости, ни любви, ни чувств. Вот раньше я этого не понимала, а теперь я точно знаю, что она существует. Только энергия энергии рознь. Если она теплая и добрая, вся жизнь вокруг становится точно такой же.
А если она злая и агрессивная, то все вокруг рушится и все умирает. Знаешь такую поговорку? Посеешь ветер, пожнешь бурю. Дураков учить надо, может, поумнеют. Учить можно по-разному. Знаешь, у меня есть один доктор. Ладно, мне уже пора. Еще дела. Так что ты собираешься делать с кирпичом? Да выпущу я его. Пусть еще посидит, а потом выпущу. Не переживайте. Пока. Где он? Он был очень болен. Неизлечимо. И никто не мог ему помочь. Но ты была последней его радостью. Знаешь, как вот лучик солнышка, понимаешь? Перед закатом. Думаю, там он будет тебя вспоминать. Не будет. Это я виновата, что он умер. Я пожелала смерти, а он эту энергию поймал, как самый слабый. Ты пожелала Тимофею смерти? Нет, другому человеку. Тимофей Ильич умер. Понимаешь, он ждал меня. Я ему кино обещала принести. Ему было плохо, а я кирпича... Я так и закрыла его в пещере и крикнула ему: «Сдохни!» А это твоя энергия, про которую ты мне рассказывала. Тимофей от нее умер. Лиза, Лизонька, так не бывает, чтобы раз и все. Наверняка твой Тимофей Ильич был болен, был не молод. Но поверь ты мне, тут нет твоей вины. А вдруг кирпич того тоже? Так пойдем туда скорее. А ты пойдешь со мной? Ну, конечно, пойду. Ладно. Только нужно взять с собой мыло и полотенце. А это что зачем? Ну, он же в солидоле весь. Надо же. Ты еще лет этого не делал, а руки помнят. А почему не делала, Клава? Да потому что ты и без этого как... Как хлопок. Зато веселый. Да. Иногда. Папа Карло, кукольник. Это Тимофей. При жизни не успел так поискать.
так пусть это рядом положится. Что со мной сделается? Знаешь, Тимофей Ильич умер. Жалко. Отойди. Какая красота. Сталактиты, сталагмиты. А твой кирпич на привидение похож. Да уж. Ну что вы оба, чё, что так сразу, Лёха? Не брала я ничего. А ты что, здесь живешь? Ну да. У вас, наверное, в городе все друг друга знают, да? Наверное. Ну, я пойду на секунду, сейчас вернусь. Хорошо. Хорошо. О! Да-да-да. Как говорится, на ловца и зверь. Мальчик, это мне? Да нет, это девочка для Тимофея. Последний путь. Оба-на, ты что-нибудь понимаешь? Нет, но интересно жуть. Так ты и Лёха? Ну? А я Лиза. Нехило познакомились. Да уж. Хочешь, тебя познакомлю со своей подружкой? Вон она, видишь, с мальчиком стоит. Это что, он-то девчонка, что ли? Ага, пойдем? Ну что ж, пойдем. Подружки. Вот, знакомься. Это Лиза, моя подруга. Лиза, это мой закадычный друг. Мы с ним вместе учились в медицинском институте, пели в одном ансамбле. Чего вы на меня так смотрите? Что с вами? Ну и чего вы? Так это же ее отец. Кто, Матвей? Да. Господи, боже мой, а я-то думаю, на кого эта стрекоза похожа? И на кого же? А между прочим, этот сегодня не совсем юный колобок раньше был сказочно красив и необыкновенно строен. Алиса. Вот теперь-то я поняла, что она твоя копия. Привет. А вы чего так рано? Доброе утро. Ты что, забыл, что ли? У нас же сегодня ответственная экспедиция. Да, сейчас. Слушай, а чего мы подарим-то? Все-таки недалекая эта Клава. Да. Да. Вот это и подарим. Я готова. Ну, тогда вперед. А можно я с собой Лешку позову? Ну, разумеется. Неужели я все это один потащу? Дорогие мои, дорогие, как часто мы в суете, в повседневности забываем сказать друг другу такие слова, как «дорогие мои», «любимые», «единственные», неповторимые. А в нашей короткой жизни главное успеть сказать друг другу эти важные слова. Иначе все теряет смысл. Витиевато. Красиво.
Алиса. С днем рождения. С днем рождения! Вась, не вздумай. Море с берегов выйдет. Дождёшься, что море сплава. Дальше берегов не выйдет. Ты у меня лучший, Колобок. Спасибо тебе. Я тебя очень люблю. Я знаю. А мальчишка получился классный. Точно твоя копия. Ну что, вот подружка тебе ангел-хранитель. Я побежала. Еще раз Клаве поклон. И спасибо тебе за все. Да не за что. Ты заезжай, или что? А место санитарки у нас всегда найдется. Я это запомню на всю жизнь. А то. Клавдия Ефимовна, давайте быстрее, там у новенькой началось. Как отдохнула? Душой. Ну и хорошо. Работы не в проворот. Заканчивается посадка на рейс компании «Аэрос». Ну все, давай, до встречи, Васьки. Девушка, проходите в автобус. До свидания. Не забывай нас. Ладно, пап. Все, попрощались, быстренько идем. Прощай, Матвей. Лиза, быстрее! Теперь можешь обо всем забыть, как о страшном сне. Ты знаешь, какой у меня хороший папа. Какой он классный, доктор какой он хороший, как его все уважают. То он лучший, а ты одна не понимаешь. Привет, привет. Я зашел ненадолго. Я зашел, чтобы просто поболтать. Моя душа на мгновенье умолкла, моя душа устала ждать. Моя душа устала ждать. Привет, привет. Ну, такая вот штука. Твой путь на запад, ну а мы на восток. Мы
столкнулись с тобой на одну лишь минутку. Я хочу, чтобы она превратилась в часок. Поверь. Поверь. Ты поверь, что до встречи пролетят, может, годы, а может, века. Смешно сказать. Ты совсем не заметишь, как я тихо уйду, прошептав лишь пока. Как я тихо уйду, прошептав лишь пока. Прощай, прощай. Не забудем во встрече. И запомним мы все. Не порвем эту нить. Жизнь тихонько течет. Время рано залечит. Значит, будем и дальше. Будем дальше мы жить. Значит, будем и дальше. Будем дальше мы жить.